В Челябинске представили проект межвузовского кампуса. Региональное министерство образования подписало соглашение о его реализации с инфраструктурным холдингом ВТБ. Инициатор проекта – Челябинская область. Именно она будет следить за ходом реализации плана до 2026 года. Основные участники проекта – ЮРГУ и ЧелГУ. Также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, Медицинского университета, Аграрного и МИДИСа. Кампус, он для жителей города Челябинска, он для студентов, он для университетов. И задача именно Южно-Уральского государственного университета, именно в кампусе, это наполнить его содержанием, проблемами техническими, занятиями, мероприятиями различными, для того, чтобы мы смогли предоставлять студентам нашим именно современные условия обучения. В этих помещениях как раз мы проводили самые актуальные и востребованные регионам нашей страны исследования и образовательные программы. По мнению руководителей проекта, строительство кампуса – один из важнейших стратегических и фундаментальных проектов федерального уровня. Реализация проекта позволит сфокусировать внимание научной среды региона на наиболее сильных направлениях, таких как квантовые фотонные технологии и метрология, цифровое моделирование функциональных материалов и их синтеза, саморегулирующиеся материалы, а также эко-мониторинг состояния окружающей среды, переработка биологических техногенных отходов и многое другое. Общая площадь кампуса – 114 тысяч квадратных метров. В первую очередь планируется постройка комфортабельных гостиниц для студентов. Планируемая вместимость всей сети построек для проживания студентов – 3400 мест. Следом за ними построят учебные корпуса, лаборатории, технопарк, а также многофункциональный комплекс с коворкингами и модульными конференц-залами. Также межвузовский кампус не обойдется без магазинов, фитнес-центров и кафе. Важно создать у нас здесь и сейчас условия для личностного и интеллектуального развития юных южноуральцев, чтобы молодежь оставалась жить и работать в нашем регионе и, в свою очередь, мотивировала этим своих детей, когда они вырастут. Мы гордимся своими достижениями в сфере науки и образования, но также понимаем, что для динамичного развития Челябинской области, реальной, успешной конкуренции с другими регионами, нам нельзя останавливаться на достигнутом, нам нужно двигаться вперед. Именно поэтому мы реализуем масштабный проект межуниверситетского кампуса. Мы делаем это в интересах нынешней молодежи и будущих поколений. По словам губернатора, строительство кампуса должно завершиться к концу 2025 года, а в 2026 году здесь стартует первый учебный год. Отметим, что стоимость кампуса оценивают на сегодня в почти 17 миллиардов рублей. Согласно заключенному договору, банк ВТБ становится генеральным подрядчиком всех дальнейших работ, связанных со строительством нового кампуса.